Теперь в Одессе, чтобы получить информацию о состоянии здоровья человека, который находится в больнице с COVID-19, его родственникам достаточно позвонить на горячую линию. Департаментом здравоохранения Одесского горсовета организована работа по организации справочных номеров телефонов в отделениях с госпитализацией по COVID-19 для предоставления круглосуточной информации родственникам о состоянии здоровья пациентов. Для больниц уже закуплены смартфоны и определены номера для справок. Напомним, что с начала карантина при городском центре неотложной медицинской помощи работает круглосуточная горячая линия по вопросам COVID-19. Консультации специалистов предоставляются по номерам 1550 бесплатно со стационарных телефонов 0 800 50 15 50 бесплатно с мобильных телефонов.